Всем привет, с вами интернет-ресурс Мегаобзор.ком. И сегодня мы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании iBox, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными и в то же время недорогими девайсами. Встречайте, перед вами автомобильный видеорегистратор зеркала, модель RO885 Dual. Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее: видеорегистратор, камера заднего вида, крепление на зеркало заднего вида, кабель питания от прикуривателя и документация. Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Кроме того, зеркало iBox Pro 885 Dual намного больше, что позволяет существенно увеличить обзор для водителя. Корпус выполнен из пластика. К сборке и качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось. 4,3-дюймовый дисплей девайса расположен слева от центра. При необходимости вы можете выставить автоматическое отключение дисплея, чтобы не отвлекаться от дороги. На нижней части от центра размещены функциональные кнопки управления. Подобное расположение кнопок очень удобно для настройки устройства. Сверху можно увидеть разъем мини-USB для зарядки, разъем для подключения парковочной камеры и слот для microSD. SD-карты. На тыльной стороне размещена поворотная камера и специальные крючки для резиновых креплений на зеркало заднего вида. Здесь же можно увидеть отверстие для вентиляции, динамик и кнопку Reset. Интуитивно понятное меню управления позволяет разобраться в настройках даже самым неопытным пользователям. Дается возможность настроить все необходимые функции, выставить штамп времени, даты, установить государственный номер вашего автомобиля, включить датчики, выбрать разрешение записи, настроить циклическую запись и так далее. Не понравилось ли то, что не хватает яркости дисплея? В солнечную погоду экран отсвечивает, в остальном все очень даже неплохо. Устройство работает на базе процессора от Novatek в одной паре с матрицей Eptina, которая позволяет получить отличную запись видео. Однако, как нам показалось, угла обзора в 120 градусов недостаточно для того, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля. Видео записывается в формате AVI в высоком разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду. Основная камера показывает хорошие результаты в работе даже в темное время суток и полностью справляется с поставленными задачами. Камеру заднего вида, как нам кажется, изначально лучше всего использовать в качестве парковочного ассистента. Для подключения дополнительной камеры советуем обратиться за помощью специалистам. С примерами записи видео вы можете ознакомиться на нашем сайте megaobzor.com в текстовой части обзора. Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору iBox Pro 885 Dual, следует отметить, что перед нами недорогое решение, которое получило под свое управление все необходимое для современного автовладельца. Среди плюсов стоит отметить следующее: стильный дизайн, отличный функционал, парковочная камера, неплохая запись видео и, конечно же, приятная цена. Из минусов может не понравиться лишь недостаточная яркость дисплея и угол обзора в 120 градусов. С вами был интернет-ресурс megaobzor.com. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо, всем пока-пока.